чему приводит отсутствие активности. Понедельник – день сложный, но только не для тех, у кого в жизни прочно укоренился спорт. Они бодры, веселы и здоровы. А вот что происходит с теми, кто ведет малоактивный образ жизни? Уходит бодрость, даже эмоциональная, и возникает подавленность, депрессивность. Слабеет иммунная система, человек становится уязвим перед болезнями. Мышцы атрофируются, сухожилия становятся слабыми, неэластичными. Можно получить травму, даже банально присев на корточки. Слабеет главная мышца, наше сердце. Не буду перечислять проблемы, связанные с этим. Теряется подвижность суставов, а кости становятся хрупкими. Из-за отсутствия подвижности ухудшается кровообращение. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!